Вот решил немножко рыбки пожарить, чтобы не пропадал вчерашний улов. Вот. Думал, снимать буду больше, но что-то как-то не пошло у меня дело съемки. А сейчас тихая солнечная погода. Ветер обычно задувает микрофон, поэтому снимать привет тоже. Я делаю такой базовый костер, два бревна, посередине сам костер. Бревна раскаляются, потом держат жар. И так жарю, в общем-то, бесхитростно. Сначала прогреваю сковородочку, потом наливаю масло, чтобы оно не тенькало. В противном случае рыба будет пригорать. Рыбу тоже готовлю заранее. Отрезаю плавники, отрезаю вот трески боковушки, я их называю щечки. Они мешали мне жарить рыбу, пригорая гнищу, и вся рыба разматывалась по всей сковородке, и в итоге получалась каша. Масло расходуется не так уж и много, хотя кажется, что льешь прилично. На самом деле здесь немного. Исходя из того, какой объем пожарится, то получится тоже на то же. Никакой панировки, никаких сухарей, только соль и масло. И разводной ключ. Без него никуда. Вот так гоняем волну. Не балду, а волну, не насморк. Легкий. Ну и скоро будет готово. Масло брызгает, соединяясь с водой внутри рыбы. Поэтому
Можно, конечно, одеть что-нибудь от маски. Но мне лень, я лучше потерплю. Сюда. Вот. И тут надо почувствовать. Желательно рыбу переворачивать как можно меньше. Вообще и не трогать. Поэтому надо чувствовать, когда она прожарилась. Вот у меня чуйка в нижней губе. Она всегда отклячена. Я ей чувствую, сколько соли надо. Как прожарка, где рыба ловится. Вообще чуйка у меня рабочая. Вот это сейчас прилипнет, у нас будет наконец-то клипнет. А? Прискворчала. Сейчас попробуем прогреть, она отходит. Бывает так, что рыба прилипнет, и некоторые пытаются ее отодрать, она прилипает, курс слетает, куски летят по сковородке. А надо подождать. Она обжарится и отходит. Ну, правда, не передержать, а то пригорит. И вот так гоняем, 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 не встаем. В итоге получим продукт нормальный к употреблению. Вот это вот воздушный пузырь. Трясти. Ну, как у спичной рыбы, у каждой. Я его не вынимаю. Он жареный очень вкусный. Ну, вот и все, подержим. Панировки используют традиционно муку пшеничную. Я перестал есть все пшеничное, макароны, всю фигню. Но тут ко мне приехали гости, привезли рыбу в обжаренной панировке. Использовали гречку молотую. Во, хороший выход. А японцы традиционно жарят на крахмале. Ну, на мой взгляд, что крахмал, что мука, одинаково. Я пробовал. На крахмале лучше, чем на муке. Но потом перешел вообще жар, на чистый жар. Обычно я переворачиваю, ставлю на стол, но специально для камеры делаем так. Вот она. Переворачивается. Ну вот, процесс повторяем для этой стороны.
протекает. Я, конечно, вот этот процесс вырежу. Но все долго. Жарится на сковородке, в которой масло бурлит. Думаю, в перспективе отказаться от подсолнечного масла вообще на будущее. Это оно мне не нравится. На крайне кукурузное. Это в идеале было лучше всего пальмовое. Оно не полимеризуется. В Таиланде я пробовал. По-моему, я где-то ведюшку повесил насчет этого масла. Почти готово. Сейчас она такая воздушненькая, когда свежая. Потом она становится плотненькой. Но я больше всего люблю, когда она остыла, и на следующий день ее чуть-чуть разогреешь, и она становится сочной. Духом. Вторая закладка. Выгоднее жарить на большой сковородке. Закладок меньше. И огонь держать легче. Сейчас он начнет уходить. Он тут уже прогорело. Дрова лучше подложить чуть-чуть пораньше. Ну и все то же самое. Мне вкусно. Морой. Говорят, в Таиланде. Просто ужас, как не вкусно. Ох, нет. У меня там рыбу чистят. Специально отхожу дальше, чтобы не боялся. Но все равно трусливое такое племя. Раньше были смелее. Я рыбу ловил с байдарки. А мне прям на нос байдарки садился. Взял рыбу и гадил. Ну не он. Тот уже, наверное, на какой-нибудь помойке городской. По сути, это ворона с ластами. Но в белом фраке.
Сегодня было плюс 9 градусов ночью. Утречком очень хорошо, прохладненько. А сейчас уже стало припекать. Но время 12. Полдень у нас 2 часа 30 минут. Для тех, кто не знает, именно в это время у нас солнце на юге и отбрасывает тень на север. Так, очень невкусно. Очень. Просто, просто нельзя есть. Вон там я тебе положил. Иди. У статуи. Давай, давай. А то вороны, скажу. О, тут все все жрут. Идет планктон. За ним идет селедка. Потому что жрет его. За селедкой идет треска и тюлень, который жрет и селедку, и треску. Вот. Что жрет планктон, я не знаю. Утки жрут мидии, литочек, траву какую-то постоянно. Эти что дадут мелкую рыбешку. Их никто не жрет, вот этих вот. Хотя нет, видел раз одного. Кажется, ястреба. Ну, тот, который над водой птицу не бьет, а ждет, когда она на берег вылезет. Вот. Тут вот он его и распотрошил на этих бревнах. Ну. Вали. Не люблю трусоваться. Пришел бы нагло сразу. Стал бы ржать. Конечно, бы ему сдал. А этот... С голода от страха подох. Поэтому никогда ничего не надо бояться, когда входишь в контакт. Только по камке вармашек ты можешь объяснить людям, какой ты хороший человек. Хорошо сказал? Надо записать. Ну, рыба невкусно. Очень невкусно. Особенно невкусные это вот эти вот хвостики хрустящие. Такая гадость. Вы себе не представляете. Просто ужас. Ой-ой-ой.
уже с дровишками. Ну вот. По сути, эту штуку можно рассматривать как аккумулятор солнечной энергии. И тепло он саккумулировал отсюда. Сейчас мы просто, произведя некоторые действия, запускаем обратную реакцию. И вот. По сути, нас солнышко кормит. Так, ну-ка. Какая гадость! Ну-ка. Отвратительно. Вот так пока жаришь и нажрешься. У Пашки научился жирунству. Ну, в смысле, употреблять это слово. Вот огонь упал. И температура масла опустилась. Плюс заложенная рыба тоже понизила. Несмотря на то, что рыба бурлит, казалось бы, она кипит. Она не жарится. Это выкипает здесь влага, которая есть в рыбе. За ночь соль вытянула много влаги. Задача соли не присолить рыбу, а вытянуть межклеточную воду. И тогда она жарится хорошо. А свежая рыба, мало того, что выгибается дугой, начинаешь ее придавливать, и она развалится вообще в куски. И получается смесь масла, рыбы и костей. Все в одном флаконе. Поэтому ждем. Сейчас должен... О, бровишки стали заниматься. Температура поднимется. И если где-то пригорела шкурка, она отстанет. Если сейчас трогать, она прилипшая. Все развалится. Поэтому не перебунькайте. Не мешайте, не лезьте в механизм. Все идет как надо. Сколько я рыбы перепортил, поэтому я знаю, как ее портить. Что ж так, так невкусно-то? С этим не поделать. Ничего. Ну, осталось чуть-чуть. Может, на закладку, может, на две. Это я немного рыб поймал. Пожаришь много, пропадает. Выбрасываешь. Получается, выбрасываешь масло. Оно же идет на жарку в рыбу. Ну, соль, ладно. Соль сюда везет каждый турист. Вот. Поэтому соли здесь полно. Я даже не беру. А масло надо покупать. Ну, кое-что оставляют. Но рассчитывать на это глупо. Надо иметь свое. Вот сковородку такую не могу найти, большую.
в магазинах Москвы хотя бы. Если у кого есть на примете магазины такие сковородки, это найти чугунное. Чугунные сковородки все кисти выворачивают. Нужно именно вот, вот это не алюминий, это такой силумин, сплав. А чисто алюминий тоже не очень. Чуть проследил и костром ее прожжет. А вот это хороша. Можно даже чуть побольше. Даже будет лучше. Сразу заложил пол ведра, две закладки, ведро рыл пожарил и сиди на диване. А то у меня маленькая сковородочка. Положил 7 кусочков и сиди. А и здесь 10 раз по 7. 10 закладок. Или 3 закладки. 4. Разница. Вот. Чуйка говорит, скоро надо переворачивать. Ну, пока он все еще хоть и первые, но смотрите, вот эта часть, что над бревном, сковородка, она над бревном, она не такой температуры, как здесь. Поэтому здесь вот раз, и она перевернет. А вот это, вот она, пригорает. Почему? Чуть-чуть вот эта часть сковороды холоднее. А вот эта часть над костром, она горячая. Берем, вот она, вся. И поднялась. И отдалась. Поэтому сковородка должна быть очень-очень горячая. Вот это холоднее и не отрывается. Будем ждать. А можно вот так. Мы прогреваем маслом, но внизу все равно не так. Вот что значит несколько градусов. Так. Здесь больше шмелей на рыбу налетает и ос, чем мух. Утром выходит и стоит такой гул. Они в березах чего-то жрут. Но только начинают есть, тут же налетает в тарелку. На сладкое, ну так себе. А на мясо, на рыбу с удовольствием налетает. Тихненько. Когда я это буду заливать на YouTube, может, из Таиланда. Мне туда ехать надо, хоть не хочется. Надо попробовать новую диету. Соковую. Куплю там соковыжималку, снековую. Буду давить ананасы. Но их можно только разбавлять водой нужно, иначе там все развесится. И чуйка моя. Ну, вот так. Пижатинка готовится быстро. Ну вот, как-то так. Аналогично жарятся щечки. Они еще более невкусные, чем рыба.
сюда идет первый. Вот поешь эту рыбу месяц, и целый год мимо магазинов и палаты, где написано рыба, ходишь совершенно спокойно. Ну, на Новый год возьмешь грамм 400 красной рыбы. И то не каждый год. Красная рыба идет через год, то есть раз в два года. Так как она красная, цвет Марса, а Марс период два года. Все работает, как часы. А только я забыл, почетному или понечетному. Здесь красной рыбы нету. И это хорошо. Никакого рыбника. Никаких охранников. С их идиотскими вопросами про документы, про штрафы, о глазах. Только дай водки. Здесь свежее, все готовится быстро. Не шипи на меня сковородком. Лучше ты меня накорми. О, осыпь. Камера у меня с маленьким объективчиком, поэтому она не возьмет такую мелочь. Почему я начал щечки отрезать? Когда я галил рыбу в свое время еще, я заметил, что вяленая щечка, она вообще в дело не идет. Она отрывается, как бумага толщиной. И... А если ее запаковывать, то создается большой объем. Все равно я отрываюсь и выбрасываю. Вот. Поэтому я отрезал их. А один раз у меня было мало рыбы. И я решил ее пожарить. И получилось отдельное вообще блюдо. Щечка. Вот. Вообще, когда их перевернешь, все хорошо, перчика немножечко так. Будет. Отлично. Только в масло, если попадешь, масло темнеет быть. Вот. Ну, это нам завтра до вечера. Так как я тут один, бедую. Чисто диетическое питание. Правда, без всякой растительные шняги. Мне как-то ее не особо хочется. Капусту с детства не люблю. Не сядь сюда.
А что, варенье варю, что ли? Налетели-то. Так. Ну вот один гастелло тут. Штука чистая, осата. Но вдруг у нее жало рабочее. Ну, куда-нибудь в пищевод. Ну, отбьется. Щечки солить надо крайне мало. Мясо жирное и впитывает как-то соль. Ну жутко, ниоткуда вообще. Поэтому я солю их так. Беру вот на большую щечку. Соль 2 пальца. И 2 пальца прикасаюсь. Все. А на маленькую вообще 1 палец. Вот так вот. Соломку сюда, соломку сюда, соломку сюда. Если посыпешь, как вот обычную штучку, в рот не возьмешь, будет одна соль. Вот. Как я жарю рыбу. Или как я пожарил рыбу. Завтра еще наловим. Давай сегодня. Сегодня у нас штиль. Вчера меня на волне бултыхало. Поэтому и рыбы немного. Не хотелось мне на волне болтаться. Вот. Когда обед подкатывает до горла. Ну его нафиг. Ну вот. Что нам Бог послал. Так, ну еще осталось печенку пожарить.